Несколько небольших бомб взорвались в среду перед зданиями коммунистической партии в городе Тайюань на севере Китая. По данным китайских государственных СМИ, один человек погиб, 8 получили ранения. Взрывы прогремели перед офисом руководства Компартии провинции Шаньси. Тайюань является столицей этой провинции. Больше никаких подробностей об этой атаке пока не сообщается. Район оцепила полиция, движение заблокировано. При этом подобные инциденты для Китая не редкость. За последние годы в китайском обществе все больше нарастает недовольство из-за сильного разрыва между бедными и богатыми, коррупции, загрязнения окружающей среды и других серьезных проблем. 9 ноября в Пекине будет проходить ежегодный пленум партии. В связи с этим по всей стране усилены меры безопасности. Напомним, на прошлой неделе на центральной площади страны Тяньаньмэнь автомобиль врезался в толпу прохожих и взорвался. Погибло 5 человек. Власти назвали это терактом и возложили ответственность на уйгуров, мусульманское этническое меньшинство. При этом представители уйгурской общины подвергают сомнению достоверность этой информации и обвиняют власти в сокрытии данных о происшествии.